Меня зовут Андрес, я музыкант, мультиинструменталист, увлекаюсь импровизацией, играю сейчас на индийском ситаре, волшебный инструмент, который поднимает все самые сокровенные струны души на самый верх, чувствуя духовный подъем. Я пытаюсь это передать окружающим людям во имя любви и радости во всем мире. Чем больше народа у меня и собирается, именно внимательного, готовые что-то удивиться чему-то или просто погрузиться в океаны музыки, мы все вместе создаем вот эту импровизацию, которая проходит через меня, через мои руки, через мой инструмент.